Здравствуйте, мои хорошие! Кто хочет сам себе сшить вот такое вот чудесное чудо маленькое? Одежда вся съемная, ботинки снимаются, пальчики на ногах, маленькие пальчики. Вот такие можно даже ногти накрасить. Маленькие пальчики на ручках, на ножках, кто хочет научиться, кто хочет себе сшить. Дальше штанишки все снимается. Все снимается. У нас тут получается попка. Попка. Платьишко тоже снимается. На пуговках оно. Прическа вся. Прическа у нас тоже вся делается. То есть у нас волосы приклеены. Я вам сейчас все покажу, расскажу. Тут косички заплетены. А так ее можно и расчесывать. Сейчас я возьму расчесочку. И во все стороны причесывать. Кудри тут у нас скрутились. И причесывать, и кокосы заплетать, и все. То есть приклеено прядками, без стресса. Стресс тут нет у нас. Вот. В общем-то, такая она вся миленькая, маленькая куколка. Голова у нее поворачивается во все стороны, вот так крутится. Стоит она устойчиво, хорошо в башмаках. Прически можно делать, можно всякие разные делать. Вот сюда наверх такие заплетать. Вот эти вот сюда. Фотографию, в общем, покажу вам. В общем, вот такая она красота. Можно и с распущенными ее отпускать в этот мир. Вот, маленькая куколка, 23 сантиметра. Ботинки делаем тоже. Сами сделайте ботинки. Материалы все доступны. Сошьете вот такие штанишки. Платье. В общем, научитесь делать все. И волосы приклеивать, и штаны шить, и кофту шить. И все это дело стоит сейчас в школе, если заниматься, 1000 рублей. Если хотите себе скачать на компьютер, то это будет стоить 1500 рублей. 1599, в общем. Так что, мои хорошие, кто хочет, проходите, ссылка внизу, и начинайте обучаться. Начинайте творить, продавать и радовать других людей. Пока-пока, мои золотые.